Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем с вами делать вазу. Что нам для этого нужно? Двусторонняя цветная бумага, ножницы. Из бумаги мы делаем квадрат. Теперь мы его раскрываем, наш квадрат, и складываем сначала уголки. Переворачиваем и теперь сторона к стороне. Теперь переворачиваем и нам нужно спрятать вовнутрь боковые уголки, чтобы такой вот ромбик получился. Теперь вот этот уголочек выше середины мы его тянем к линии с одной стороны и с другой стороны, чтобы они у нас там вот на одном уровне были. Переворачиваем детальку и делаем то же самое. Такая вот у нас деталька получается. Теперь мы уголок сверху забегаем вниз. Со всех сторон. Теперь отгибаем их вверх. И слева мы загибаем до серединки уголочек. Хорошо прижимаем. Отгибаем и верхушечку обратно складываем по линии сгиба. И делаем то же самое с каждой стороны. Когда у нас уже все стороны сделаны, получается. Теперь вверх поднимаем и вовнутрь прячем этот уголочек. Оп, и сверху. Переворачиваем и делаем то же самое по линии сгиба. Там, где у нас последний, мы аккуратненько приподнимаем вверх, стараемся по линиям спрятать вовнутрь. Вот так у нас получилось. Расправляем. И теперь нижнюю часть мы загибаем уголочек с одной стороны, переворачиваем, делаем то же самое с другой стороны. И теперь расправляем нашу вазу. Ну вот, наша ваза готова.